На портале «Живем на севере» стартовал первый этап муниципального конкурса «Предприниматель года». Жители города Лабытнанки уже предложили 10 кандидатур. О номинациях, условиях конкурса и о главном призе, который ожидает его победителя, расскажет мой коллега Максим Швец. Платформа «Живем на севере» уже давно стала излюбленной площадкой, где горожане могут активно принимать участие в решении самых разнообразных вопросов или предлагать свои идеи. Накануне в разделе «Предлагай» стартовал первый этап муниципального конкурса «Предприниматель года». И кандидатур, которые предложили сами горожане, долго ждать не пришлось. У нас очень много достойных участников. И очень хотелось бы, чтобы жители нашего города более активно принимали участие в данном конкурсе, выдвигали свое мнение, а также принимали решения по любому из кандидатов. Первый этап продлится до 10 апреля. Следом организаторам конкурса предстоит работа с каждым предпринимателем индивидуально. Предприниматель должен осуществлять деятельность на территории нашего города. Предприниматель должен состоять в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. И у него должны отсутствовать административные правонарушения в сфере защиты прав потребителей. После того, как организатор конкурса определит, соответствует тот или иной предприниматель требованиям конкурса, ему предлагают направить в адрес организатора конкурса пакет документов. Завершающим этапом конкурса «Предприниматель года» станет голосование, которое пройдет также на платформе «Решай» портала «Живем на севере». После чего определится победитель в трех номинациях. Лучший предприниматель в сфере торговли и общественного питания, лучший предприниматель в сфере оказания услуг и лучший предприниматель в сфере производства товаров. Торжественная церемония награждения запланирована на 22 мая. Максим Швец, Сергей Антропов, программа «Время местное».